Сегодня Тюменский дом ветеранов принимает необычных гостей. К ним пришли кошка, хомяк и кролик. И все это дело рук неравнодушных горожан. Семья Исковых встретилась с пенсионерами, которых в пансионате 107 человек, в рамках акции «Добрые дела». Они рассказали о привычках своих животных, а ветераны смогли их погладить и подержать на руках. Как говорят сами организаторы, пожилым, большинство из которых одинокие, не хватает общения как с людьми, так и с животными. Здесь люди в ограниченных условиях, они оторваны от семьи, и хотелось бы, чтобы у них была семейственность какая-то. То есть им предложить разнообразить их условия, чтобы они ждали гостей, чтобы вот кошка приходила, они ее ждали, чтобы они ее могла погладить.